там нет таких пальцев на стопе, не ласты. То есть я вокруг по периметру стопы обматываю винтом, да, но тут лучше будет, потому что тут пятка. Таким образом, да, а потом несколько слоев промотал, а потом что делаю? Поперечные циркулярные туры. Вот у меня стопа замотана. А как сначала пропустил? Вот так, как пятка? Ну вот по, вот, по контуру сделал, а потом циркулярно замотал. Это больше не путем.